К сожалению, административное правонарушение – это то, с чем мы сталкиваемся практически ежедневно. Глубина нарушения бывает разной, как, впрочем, и причина. Иногда они совершаются по недомыслию, хотя не редкость и сознательное нарушение закона. Разбираться в сути вопроса призвана административная комиссия Артемовского городского округа, работа которой тесно связана со службой судебных приставов. За период с 2015 по 2016 год были направлены на взыскание, на принудительное взыскание заявления в службу судебных приставов, и это количество составило 68 постановлений по делу об административном правонарушении. Сумма переданных административных штрафов на взыскание составила 59 500 рублей. Сумма принудительного взыскания за указанный период составила 30 385 рублей. 29 исполнительных производств окончено в связи с фактическим исполнением, 25 исполнительных производств прекращено в связи с оформлением акта невозможности взыскания штрафных санкций. Одно исполнительное производство прекращено в связи с истечением срока предъявления. 13 возбужденных исполнительных производств находятся в процессе производства службы судебных приставов. В 2017 году для принудительного взыскания административных штрафов, назначенных административной комиссией, в Артемовский районный отдел службы судебных приставов передано 80 постановлений по делу об административном правонарушении. Сумма переданных административных штрафов в 2017 году составила 70 800 рублей. Сумма принудительного взыскания составила 20 821 рубль. 20 исполнительных производств уже окончены в связи с фактическим исполнением, и на исполнении в службе судебных приставов находится еще 60 материалов, по которым необходимо провести мероприятие по взысканию административных штрафов в принудительном порядке. По состоянию на 25 декабря 2017 года ответственным секретарем переданы все постановления по делу об административном правонарушении, в соответствии с которым необходимо провести работу по принудительному взысканию суммы штрафных санкций с должников. Несмотря на то, что административная комиссия – орган, призванный разбирать уровень нарушения и выносить решение о назначении штрафа, под Новый год ее члены поздравляют законопослушных артемовцев с этим праздником. Пользуясь случаем, хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, благополучия, успехов в наступающем 2018 году. Нужно помнить, что в отдельных случаях суммы штрафов весьма значительны, поэтому следует обдумывать свои действия и понимать, что если вы все же получили такой штраф, то погасить его надо в установленный срок, не дожидаясь того времени, когда вами займется служба судебных приставов.